Сегодня я купил такую резиновую змеюку. Это серия «Мир животных». Детям до 3 лет нельзя. Змеюка сделана в Китае. И на животе у него тоже написано, что сделано в Китае. Вот чем она хороша? Она такая приятная на ощупь. И можно положить ее в машине, она будет вот так вот вибрировать. Стоит змея 22 гривны. Это где-то около 75 центов. Детализация хорошая, и змея тоже хорошая. Палец нельзя подставлять, потому что может укусить.